Всем привет, с вами Хэппи, и сегодня мы будем троллить людей. Троллинка админкой. Создатель фейкового товара в Хэлла выдал мне троллинка админку, чтобы затроллить этих всех людей. Ух, и наконец-то, ребят, прямо сейчас начну проходить этот товар в Хэлла. Ну что же, забираемся. Мы проходим, чтобы всем наградили, что? Мне это надоело. Прям сейчас я прописал команду на полет и взлетаю наверх. Ха-ха, ну все, ребят, я наверху и здесь никого нету. О, смотрите, ребят, кто-то сюда забирается. Ну и сейчас мы его потроллим. Эх, еще и совсем чуть-чуть осталось. Наконец-то я прошел этот Tower of Hell. Вау, теперь я самый крутой. Ха-ха, смотрите, там этот домасик уже... Стоп, пойдите, вы это видели? Ребят, это читер. Но у нас есть команда Control. Мы нажимаем на ее, и у нас появится такая менюшка. Вот, смотрите, его ник. Мы его только что ввели, нажимаем на кнопку Control. И можем контролировать этого читера. Я за ним прям сейчас схожу. И давайте посмотрим на его реакцию. Что за... Он пишет читер. Хотя сам читерит. Ты читери, значит ты нубас, поэтому я тебя сейчас скину. Получай! Короче, ребят, я тут летал и нашел вот этих вот людей. Давайте послушаем, что они говорят. Ах, я уже долго здесь паркурю и почти пошел там в Хэлл. Ах, еще немножко, давайте. Володя, ты видел этого нубаса? Да, чувак, это баскетбольный мяч. Я люблю баскетбол. Ах, я наконец-таки вернулся. О, ребята, привет. Вау, офигеть, вы такие классные. Да, мы классные, а ты нет. И вообще, зачем ты зашел в Tower of Hell? Ты же нубло. Ребята, что вы такое говорите? Я просто хотел дружить с вами. Димон, давай его скинем. Хорошая идея, Володя, давай. Ну че, баскетбольный мячик, иди сюда. Смотрите, за мячиком гонится. А мы тем временем идем за ними и аккуратненько перепрыгиваем, это все проходим и заходим в троллинг-админку, и команда Бетус нам поможет. У нас прям сейчас появляются такие предметы, и мы должны быстренько догнать их. Давайте быстрее догоняем, давайте где-нибудь. А вон они. О, смотрите, какие уже здесь. Я беру команду Move и делаю вот так вот. Опа, он упал, смотрите. Короче, смотрите, прям сейчас здесь люди проходят. Опа, лысый, здорово, братанчик. Привет, Хэппи. Святые пельмени. Я хотел сказать, чтобы твои подписчики ставили лайк, подписывались на канал и ставили колокольчик. А то лысый придет к ним ночью и залезет к ним в кровать. Привет. Тут мячик там, мы берем, делаем вот так вот. Опа, мячик, ну что, упал, упал. Ребята, он упал, он сейчас там в шоке, смотрите. Опять челсник мяу, а что если мы кликнем на него? Ребят, мы его предвидели, он упал. Мячик, что думаешь, пройдешь? А я сделаю вот так вот, опа. Нет, я валю отсюда. Так, что за фигня? Я ставлю дизлайк, я прошел. Он прошел? Ребята, это читер! Так, ладно, я прислал команду на невидимость, и мы летим вверх. И смотрите, вы это видите? Этот маленький хакер с кем-то общается, и это, видимо, тоже хакер! Ты меня звал сюда, но зачем? Чувак, пожалуйста, помоги мне взломать кое-кого интересного. Мне нужно наказать Хэппи и взломать его, и уничтожить его. Он посмеялся надо мной. Он заставил меня злиться, и я ему отомщу. Хорошо, чувак, я это сделаю, и я его взломаю. А, ребят, меня хотят взломать хакеры. Мы забрались наверх, и у нас есть команда The Boys. Мы ее активируем и становимся вот таким вот монстром. Ну что же, я иду к вам, читеры. Ребят, давайте посмотрим на их реакцию. Смотрите, вы там не загоняли, этот хакер в шоке. Ну что ты, хакер, иди ко мне, взломай меня. Нет, боишься? Убегает. Включить хакерство. Тебе твое хакерство не поможет. Твой друг уже улетел, и на, получай, да. Смотрите, ребят, я его убил. Так, ну басик, иди сюда, получай! А куда он упал? Он упал. Никитосик и какой-то еще бомжик. На, получи, куда? Нет, нет, нет! Ребят, я случайно попал на спав. И смотрите, здесь люди уже в шоке. Все уже разбегаются. И стоп, что? Слендермен? Ну вы только, ребят, на это посмотрите, сколько здесь людей. Их очень много, они все нубасики. У нас есть команда Уфнос. И прям сейчас мы становимся вот таким вот монстром. Таносом нубом. А, это читер! Я активирую команду и на, получай, читер! Ребят, вы это видели, я его просто убил. Мы идем наверх, и здесь у нас игроки. Я делаю вот так вот, оба, опять на, получай. И тебе получаю, тебе получаю. Ребят, ты просто не даем пройти, но Хэллоу. Один прошел. Ненадолго, на, получай! Ребят, я немножко им тут снес полкарты. Ну, ничего, я считаю, нормально.
А вы, ребят, знали, что Танус у нас оказывается паркурист? Он проходит обе Tower of Hell, делаем вот так вот, опа, дабы это сделали, теперь прыгаем сюда. Я не умер. А, ребят, смотрите, у нас щитки стоят, получается, мы не коцаемся, да, мы можем просто проходить мимо этих штук, и нас ничего не убивает, ничего не происходит. Так, челик проходит, мы берем, делаем вот так вот, на, получай, челик, и он застыл, он килился. Опа, он, походу, офигел, ребят, смотрите, это челик в шоке, он думает, что это такое? Опять это читер? Ну, ща ему там щё. Привет, папа. Ходи, мы уже на желтом уровне. Смотрите, где Танос? А вот Танос, он здесь. Опять игры, блин. Ребята, знаете, что Танос может делать? Танос может телепортироваться. Опа, и мы уже наверху. Вот, смотрите, давайте стрелим этого челика. Он сейчас проходит. А мы берем и телепортируемся вон туда. Опа, ну что, приветик, челик. Ребята, вы видели? Он упал. Паркурим, давайте, это очень сложно. А чё я парюсь? Я же могу просто взять и туда попасть. Опа, и я уже на финале. Ребята, вот бы всем такая способность, Tower of Hell. Ну что, Танос, идиотка. На, получай, читер, бам. А, я ему руку сломал. Смотрите, это игрока нет руки. Ой, рука. Не чувствую руки. Неудачница, ты руку сломала, а я не сломал ее. Это что, Никитос офигел? Нельзя так смеяться над чужим горем. Тогда, Никитос, я тебя должен наказать. Получай. Ну что, девочка, убегаешь от меня? А если я так сделаю? Опа, привет, девочка. Ребята, она просто не может убежать. Ну что же, я думаю, что мы можем сделать вот так вот. Получить. А, нет! А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт robux3.gg. Сайт, где робуксы всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежные. Благодаря методу трансфера на Robux 3 вы сможете получить свои робуксы в течение 5 дней. А для тех, кто не знал, у Robux 3 есть свой телеграм-канал, где часто проводятся конкурсы на бесплатные робуксы для всех. Переходите на сайт и на телеграм-канал по закрепленной ссылочке в комментарии или отсканируйте этот QR-код. Переходите как можно быстрее. Мы смотрим сверху на этих всех игроков, и мы можем сделать вот так вот. На, получайте луч смерти ему. Нифига, вы там кого-то убиваете, смотрите, они, походу, все в шоке. Ребят, смотрите за чатиком, они все просто в максимальном шоке. Оп, что? Еще одна маленькая девочка. Смотрите на его лицо. Никому не нравятся тролленьки, все злые и напуганные, и ты им не даешь пройти Tower of Hell. Ой, девочка, ну хорошо, тогда я не буду троллить больше, ребят, давайте мы уйдем и не будем ей мешать. А, шучу, на, получай. Ты что думала, что я просто так уйду? На, получай еще какой-то челик, он пострадал. Эх, ну я думаю, то что... Танусу пора уйти на покой. Смотрите, кого я нашел. Я нашел двух одинаковых игроков. Я тебя точно перегляжу. Нет, это сделаю я. Вы только что выдали игроку меч. Он взял меч. Он убил его, ребят. Он убил и начинает всех убивать. Он убил второго игрока. И он убил этих бабасиков, а. О, стоп, что? Это тот самый хакер. Они сражаются с хакером. И кто победит? Девочка. Нет, ребят, хакер убил девочку. Ха-ха, пора взломать эту игру. Я же говорил, что вернусь и взломаю всех. Давайте выдадим флай хакеру. Мы нажимаем на Enter и смотрим на его реакцию. О, смотрите. У него появился флай. Он пробует. А, нет, он всех убивает. А, стоп, что? Почему я летаю? Ну ладно, мне пофиг. Я ощущаю силу. Я готов взломать эту игру. У меня есть меч. Я всех их убью и накажу их. Привет, дружище. А? Ты что, забыл меня? Мы хотели с тобой взломать Tower of Hell. А, нет, я тебя не забыл. Мы с тобой вместе взломаем его. Мы будем здесь короли. Стоп, что? Нет, Angry Birds, я ненавижу эту игру, получай! Блять, что вы делаете? Это же Angry Birds, это легенда! Что ты сказал, Нубас? У меня есть волшебная фигурка Хэппи, которая даст мне суперсилы! И, кстати, вы тоже можете купить фигурку Хэппи по ссылочке внизу этого видео, она стоит очень дешево. Покупайте фигурку Хэппи и будьте крутой, как я! Ну а сейчас я вас накажу! Не смеши меня, ты нас накажешь, мы крутые хакеры! И с тобой точно разберемся! Получайте, хакеры! А, что это такое? И вы только посмотрите, Ким Юсто. Вы это видели? У нас есть такие команды за Солярио. И мы можем сделать вот так вот. На, получай, читер. Я его ушел, обидеть. Вон там челы в жоке. Вон они там проходят, они походу реально в жоке. Теперь мы нажимаем на эту кнопочку. И мы можем стреляться лучом. На, получай, получай. Мы этого челика можем стрелять. На. О, да, он, смотрите, он горит, он горит. Он сейчас в панике бежит там, ребят. И он упал. Опа, тут челики приходят. И как раз вовремя мы используем кнопочку С и делаем вот так вот. На,
получаете! Мы делаем вот так вот и вы это видели, ребят? Я обосрался. Большое солнце идет к ним и на, получайте! Они горят. Все не разбегается. Солнце. Да, солнце. Ты любишь солнце? А еще люби и умирать от солнца. На, получай! Что это, я не знаю. Они все, походу, прям сейчас в шоке. Используем кубик на этом бекончике. На, получай бекончик. Опа, и нет бекончика. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Солнце использует большую способность. И мы активируем ее. И что она делает? Вау! Это дождь и солнце у нас. А, это хакер! Меня убил хакер! Ну, наконец-то, Хэппи, я тебя уничтожу! А, нет, ребята, меня нападает этот хакер, мы должны быстро убежать. И, блин, у него такой вот классный меч, откуда? А, глупый вопрос, Хэппи, это же хакер! Быстрее бежим от него, давайте прыгаем вверх, давайте прыгаем! А, нет, я не прыгнул, я не прыгнул! Тролленькая Твинка нам поможет, мы нажимаем на граб-киллер, и мы становимся вот таким вот челиком. А, нет, смотрите, он на меня бежит, но я беру и использую троллинг команду. Опа, и чертов на пути! Ребят, мне это получилось? А, я его убил. Нет, что ты сделал? Отпусти меня, или тебе будет плохо? Мы его взяли. Ну что, хакер, давай попробуем с тобой пройти. Ух, ну что, хакер, мы с тобой достаточно долго прошли. Вот уже у нас почти финал. Отпусти меня! Опа, игрок стоять, я сказал. Мы его захватили. Опять этот хакер. Ничего, я тебе доверюсь. Но сначала я расплачусь с этим челиком. Давайте мы возьмем и мы его... Ну, давайте доведем его до финала. Тут стоять, мы берем, делаем вот так вот. На, получай. И идем за этим челиком. Оп, так стоит, стоит, стоит. Мы делаем вот так вот. И я его захватил. Ну что же, хакер, пора с тобой попрощаться. На, получай, хакер. Это тебе за все плохое. Упал. А, ребят, это этот хакер. Что он делает, ребят, что он делает? Не надо, не делай этого хакера. Нет, ребят, он меня стрелять, нет, нет, команда Рональд нас спасет. Мы берем, становимся вот таким вот клоуном-убийцей. И что же, хакер? А, он мне стреляется! Но прям сейчас, хакер, мы берем в руки наш бургер. На, получай! Ха-ха. Мы взорвали, но мы его не убили. Эпи, давай! Да-да, ребята, я отомщу за его. Я все сделаю, ребят, я должен убить его. Эпи, ты не победишь! И на, получай! Да, кажется, у нас получилось. Мы убили этого хакера, но не его друга. Давайте убьем его друга. На, получай. Его друга тоже убили. Да, молодец, Хэппи, ты победил этих хакеров. Ура, ты крутой, Хэппи. Да, спасибо, ребята, вам огромное за то, что вы рады за меня. Но знаете что, все-таки у нас... Что это такое? Это я, хакер. Хакер, ты, оказывается, не такой уж и страшный. Ты обычный бекон с кином Анонимуса. Нет, я страшный, Хэппи. Я тебя уничтожу. У меня есть молоток смерти. А, молот смерти, нифига себе, как мне страшно. А у меня есть бургер смерти, поэтому... А, нет, он убивает людей. Да, получай, нет, иди сюда. Людей могу убивать только я и... Опа, Никитосик! Ах, ля-ля-ля, как же я люблю этот Tower of Hell, мне он так нравится. А, кто ты такой? Что ты здесь делаешь? Ты что, забыл меня, глупый? Я вернулся спустя многое время. Я пришел, чтобы наказать вас всех. Ты тот самый хакер из видоса Хэппи Продурс, но он же тебя победил там. Ненадолго, получай, глупый нубас. Нет, ребят, вы это видели? Он просто взял и убил Никитоса. Так, ладно, давайте отходить, и что же, я могу так делать. На, получай, получай. А, ребята, он уже стреляется. Нет, блин. Кажется, наше сражение переносится на начало Tower of Hell. И вот он. Офигеть. Хэппи, ты слишком слабый. Нет, это ты слишком слабый. Я готов показать тебе, что я могу и на что я способен. Мы берем, делаем вот так вот. На, получай. Ребят, я уже устал, я не могу. А, нет, это эти хакеры. Босс, мы это сделали. Мы заманили Хэппи сюда. Молодец, боец. Я горжусь с тобой. Теперь-то точно я смогу уничтожить Хэппи. Пора сдаваться тебе. Да, ты один не победишь точно. Ребят, это правда. Я один точно не выиграю. Что мне делать? Их трое. Я один, ребят. Стоп, что? Здорово, Хэппи. Ты не один. Да, Хэппи, братан. Мы пришли сюда, чтобы помочь тебе в битве с этими хакерами. Я не хочу, чтобы Tower of Hell сломали и обижали Никитоса. Я им надеру попу. Ребят, это же мои друзья. Лысый Никитос. И они все пауки. Ну что же, хакеры, я думаю, что вам пора сдаваться, нас трое, мы вас победим. А что за фигня? Но все равно вы слишком слабые. Парни, атакуйте их! Эта жестокая битва уже продолжается. И что они делают, наши воины? Молодцы! Наконец-то эта грандиозная битва совершилась. Мы против хакеров, наши друзья против хакеров. Что они делают с Никитосом? Давайте сражаемся. Вот это главный хакер, нам главный победитель. Вы что же, мы почти выиграли, ребят. Давайте же чуть-чуть. На, получай, получай.
отвечаю, ты дай его, смотрите, я его убил. Отлично, мы его убили. Первого хакера мы убили и второго. Давайте. Ой, там главный хакер дерется с ними. Что он делает с лысым? Получай, получай! Да, ребят, да, я его убил. Нет, я что? Я сам умер? О нет, ребят. Кажется, я проиграл и слишком слаб. Он меня победил. Ха-ха, я говорил тебе, Хэппи, что тебе точно не выиграть меня. Наконец-таки я взломал весь Tower of Hell. И он теперь мой. О, извините, пожалуйста, что вы сказали насчет Tower of Hell? А, ты еще кто такой, клоун? Как вы меня назвали? Я админ Tower of Hell. Забанен! Ребят, админ просто взял и забанил этого хакера. Админ, а можете еще вон того 4 раза банить? Ну и что же, ребят, это у нас конец видео. С вами был я, Хэппи. И Tower of Hell. Не забывайте обязательно ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Прям сейчас внизу меня находится кнопочка подписаться. Она круглая, так что можешь на нее тыкнуть. И тем самым ты сделаешь мне очень приятно. Кстати, слева и справа есть еще видосики, которые ты можешь посмотреть. Они тоже очень интересные, поэтому давай прям сейчас тыкай на один из них. Я подожду. Давай быстрее, тыкай на один из видосов.